Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Кошак и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Майнкрафт, давно не было рубрики «Прятки», пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ну что, пацаны, даю вам одну минуту, я буду вас искать, веселиться и угорать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, и у кого день рождения, с днем рождения, потому что очень много пишут, чтоб я поздравил. Всех не могу, но вот так могу. Так, ну что, пацаны, прячутся, я вам покажу карту, она очень большая, здесь очень много есть где запрятаться, можно даже под водой. Ну, громко сказано, под водой, тут трупа по шею. Везде можно прятаться, все дома заходятся. Так, давайте, наверное, возьмем какого-то аниматроника классного. Ребята, вы пишите в комментариях, каких аниматроников на следующий раз брать. У нас их очень много, и в следующий раз уже будет новая коллекция. Я уже нашел много классных, но я не стал подписываться, так как бы подписчикам тоже пришлось бы их грузить долго, и запись бы задержалась. Поэтому в следующий раз уже будут новые пилпаки. Может, даже сделаем на них обзор. Напиши, что плюсик, значит, мы сделаем обзор на новые пилпаки. Какой аниматроник самый классный? Такого еще у нас не было. А я пока бегаю за крячкой, начинаю пацанов искать. Пожелайте нам удачи, поставьте лайкосики, подпишитесь на канал. Мне очень приятно, когда вы подписываетесь. Хочется делать каждый день все больше и больше роликов для вас. Классных таких. Так, обыскиваем все здание. Кстати, очень как-то странно я лажу. Да, Виктор, что говоришь? Корячится кто-то там, я вижу. Корячка, корячится, да. О. Опа-опа, наверху. Да-да-да, хожу, ищу вас. Вы очень интересные. Чё не тпхаюсь, корячка? Она не летает. Она летает, но она не тпхается. Так, пошел. Давайте обижим вот эти штуковины. Сейчас кого-то первого найду, и мы начнем уже все вместе искать. Эй, я могу невидимым вставать? А, могу. Ой, не ту кнопку бегает, нажимаю. Бегает. Ох ты, сольто какой сделал. Я специально хотел как-то по красоте убить, но первый, блин, комом, поэтому будет лучше. Побежали дальше. Крячка бежит дальше. Так. Вижу еще одного. Ребята, вы запрятались, как бы я хотел. Есть еще один. Нас уже трое ищут. Так, знаете, что чувствую? Что кошака мы будем очень долго искать. Ну, надеюсь на это. Да. Потому что пацаны все запрятались за скалой в карте. За картой. Ну, нычки есть другие здесь, довольно-таки интересные. Так. А, и меня? Сейчас посмотрим, кого мы будем долго искать. Опа! А я бегу. Пацанчиков мочить. Детишек веселить. Что-то там творить. Новая песня от фонаря. Так. Бежим. Давайте сначала всю карту по периметру пройдем, а потом уже будем в центр идти. Надеюсь, мы что-то там очень интересное найдем. Ну что, кошак, я, в принципе, догадываюсь, где ты прячешься. Я тебя уже знаю очень много тысяч лет. Мы еще с динозаврами, помнишь, гуляли? Да, было дело. Настроение классно, ребят. Надеюсь, настроение перейдет на вас, и вы сидите, улыбаетесь и уже ставите лайкосик. Потому что мои ролики должны поднимать настроение не только вам, а и вашим родителям. Опа, еще одного нашли. Опа, есть. Блин, эта крячка, она нифига не крячечная. О, давайте возьмем маленького аниматроника, потому что здесь очень надо будет внимательно искать. Есть у нас один на примете. О, он прыгает. Он двери может запороть. Эй, калитка. Виктор, ты где-то здесь, я его чувствую. Так, тебя не чувствую. Пока. Приближаемся к Виктору. Слышу запах говнеца, это ты? Нет, это не я, это кто-то из еще одних. Так, опа, второй этаж есть. Так, тихо. Внимательно смотрим. Никого. Эй, опа, вы... еще одного нашли. Я один, что ли? Нет. А может и да. Я остался один, кого не нашли. А, сейчас... и по сбору. Двое нас осталось. Так, вот здесь ты, Виктор, чувствую. Так, тут где-то на потолках может быть нычка, он в потолки залез, не? Нет такого. Очный человек. Логично. О, давайте здесь посмотрим. Может он здесь? А, это тут нема входа. Блин, тут куча домов, где надо еще побегать, поискать. Пока все обойдешь, и год кончится. Здесь нету. О, я могу сразу перепрыгивать так? Эй, прыгай, мужик. Здесь нету. А, блин, тут куча домов. Просто очень много. Ну, постараемся найти, ребята, всех. Не было еще таких, которых людей мы не находим. Эй, что дверь закрыта? Давайте ее удалим. Ого, тут темно.
Я ничего не вижу. Так, слышу уже колокольчики звенят. Оп. Так, здесь. Ко мне я даже близко никого не вижу. А мы сейчас подойдем и к тебе. Давайте, я вас жду. Ну, тут двери закрыты некоторые, приходится их шмякать. Это там так, чтобы было видно. Так. Где вы там ходите? Хорошо, Виктор, я догадываюсь, где ты. Я бегу к тебе. Давай. Так, так, так. А, марионетка уже там ищет. Ладно, не получается. О, там искать. Бегает, бегает. Ты меня видишь? То ли Чика, то ли кто-то бегает. Так, Лефти бежит на работу в пиццерию, как всегда, очень быстро. А мы продолжаем искать пациков. Где-то они есть. Ну, мы не сдадимся, да, пацаны? Мы их по-любому найдем. Так, я иду в дом трехэтажный. Мне кажется, он где-то здесь тусуется. Вон, возле маяка просто двое там или трое бегают. А наверное, ты что, видишь всю карту, что ли? Да-да-да, почти всю карту. Ах ты ж лоб. Так, он, значит, на крыше. Я там бегаю. Он на крыше дома своего. Не, ладно, там ничего не обыскал. Давайте здесь поищем. Потому что может быть везде. Блин, карта очень прикольно сделана. Вроде простая, но для пряток она идеально подходит. Мне это нравится. Так, у меня уже голова сейчас закружится бегать здесь искать. Но мы найдем кого-то. Так, давайте здесь. Да ладно, никого нету здесь. Давайте... А что, выше нету? А, три этажа. Так, я на крыше. Чекаем Виктушу. Что нету нигде. А я знаю, что ты где-то... Как это нету? Ребята, знаете, где он? В деревьях. Я понял, где он. Так, смотрим деревья внимательно. Так, 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 так. Я просматриваю всю карту. И никого не могу найти. Ого, аж 10 хп отнялось. Так, давайте возьмем большого аниматроника. Чтобы нам было видно сдалека все. О, есть у меня гигантский, здоровый аниматроникс. А я иду задним ходом. О, куда-то. Там прям летает по карте, я вижу. Так, летать нельзя. Свалился с небес. Это Фредди был. Так, ребята, где-то он сидит, но мы не можем его найти. Надо усиление включать. Настолько человек и не можем кошака найти, шо ли? Вот здесь он. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Нет, я вижу, там Лефти, что ли, или кто это? А я иду работать пиццы. Да-да-да, нашли! А, нет! Это челик один был? Я не знаю, где его нашли, но я единственный остался. Как-то я странно очень плаваю. А, здесь большая глубина, поэтому я не плаваю, а летаю. Так, подписчики вообще очень хорошо играют. Ребята, кто хочет с нами записывать, ссылочка в Дискорде. Вот он, вот он, вот он! Я его должен убить! Губи, 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 не догонит меня. Эй, где ты? Не могу, это он что ли? Да, это я. Блин, у меня прицел на жопе, я ничего не вижу. Хорошо, давайте по-другому сделаем. Пусть бегает, пусть. Сейчас, сейчас, сейчас мы возьмем которого. Его... Вот это его кентуха. Так, ищем его. А где он? Так, так, так. А я опять нашли. Вот он, вот он, вот он. Брызги делает. Ловите его, ловите, ловите! Ха-ха-ха! Иди сюда, мужик! На меня все они... Ай-яй-яй, Феникс кишки мне выпустил! Ну ладно, бывает в жизни огорчения. За мной все просто аниматроники. Я понял. Так, ладно. Сейчас мы найдем Виктора. Эх! Я снова спрятался. Это было прикольно. А, нет, 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 за мной опять... Так, пацаны, окружаем всю карту. Так, а где он вообще бегает? Я его не вижу. Я могу тпхаться зато. О, я через всю карту могу тпхнуться. Оп. Так, Виктора не можем поймать, что ли? В церкви? Так, церковь, ищем в церкви его. А где церковь? Ого, я могу... Через всю карту тпхаюсь. Нашли кошака? Да-да-да. Отлично. Ребята, те, кто просил, ваша мечта сбылась. Сейчас будет у нас битва аниматроников. Раз, два, три. Я запрятался. Так-так-так, пацаны начинают мочиться. Так, Димас, так. Надо найти, чтобы его убить. Не надо меня мочить сразу. Эй, ты чего? Ах ты! Опа. Так, кто у нас там остался? Я остался. Марионетка и Фоксюшкин. Еще я остался.
А, трое вас, давайте. Битва на воде. Так, маринетка ждет тут на суше. Лефти пришел. Ну-ка. Эннард или Фокси? Ну-ка. Мне кажется, Эннард выиграет, у него очень много жизней. Че, пацаны, дружба выиграла? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!